Всем привет! Путешествуем. Вот хочу вам показать скульптуру знаменитого Гештана Паше. Можно перевести, наверное, название так: «Величество преданного». Это монументальная скульптура женщины в мантии. Ну, а символы, как описывается в Википедии, ее плащ — это та же ее тело, ее обнаженное тело, ее обнаженная кожа. Это изуродованное, истерзанное тело и обнаженная кожа, которая подверглась словесным и физическим оскорблениям и насилию. Большая тяжелая сфера привязана к ноге женщины с крепкой цепью, как символ рабства, от которого до сих пор страдают тысячи женщин во многих странах мира. Так описывает Гештана Паше свою скульптуру от пространства в городе Падуя. Вообще об этом художники, скульпторы, очень много можно рассказывать. Я вот посмотрел в Википедии, что это за человек. У него очень много различных объектов, которые он сделал. Работал архитектором, градостроителем, промышленным дизайнером. Надо сказать, что итальянец Гаэтано Паше считается одной из самых культовых фигур мирового дизайна, основоположник так называемого эмоционального и поведенческого дизайна. Вот как он говорит: если при взгляде на стул люди улыбаются, это прогресс. Он разработал очень много дизайнерских стульев, кресел. Права на изготовление его кресел, диванов, стульев были выкуплены крупными компаниями. Он работал не только в Италии, но и в Штатах. Вот как он говорит, что да, не бывает ничего идеального. Достоинство каждого предмета в его ошибках, а достоинство коллекции в целом в том, что все вещи по-своему красивы. Я посмотрел в интернете его работы, действительно красивые, добрые, по-моему, веселенькие работы. Он занимается еще инсталляцией, ну, творческий человек. Давал очень много проектов кресел, стульев, даже занимался коллекцией столов водоемов. Ну вот, собственно говоря, и все. Эта скульптура находилась в городе Падуя. Все, всем пока, всем привет, до свидания.